Здравствуйте, друзья! Решил выпустить такое видео, объяснение, потому что многие люди покупают кайду у нас, начинают спрашивать, почему в других магазинах нет второго хлыста в комплекте, а только у нас они идут. Вот я хочу показать, как они идут, спрашивают, да, в чем они поставляются. Ну, вот такие вопросы. Я, опять же, говорю много раз, что у нас наши поставки кайды, они отличаются от того же кайда Fish, почему нас многие с этим магазином сравнивают. То есть в Кайда Фиш этих удилищ, там, Фортекс, Авентадоров, Махалок, Баллонок, многих не было с осени, всю зиму. Мы им прекрасно торговали, то есть и у нас поставки другие, мы никак не зависим от этого. Именно поэтому эти поставки качественные максимально, на которых мы можем давать гарантию и даем гарантию пожизненную на весь срок службы удилища на заводской брак. Плюс мы предоставляем две запасные части бесплатно, раз в год, по программе лояльности. Это не является публичной офертой, информация такая, да, посмотрите по подробности таких акций, что нужно для этого сделать. То есть это очень просто, там подписаться на соцсети по большому счету. Но вот подробнее почитайте, пожалуйста, в программе лояльности на сайте Multifish. Значит, вот я вам показываю, что у нас приехало. Вот Spark Steve берем для примера, да? Вот шестерка, вот так вот они идут. Открываем само удилище, и здесь же идет в комплекте у него дополнительный хлыст. То есть к стифам у нас идет сама махалочка, комплектуется полым хлыстом, и дополнительно у нас привитой хлыст к нему. Соответственно, все то же самое в спарке, в простом. То есть там комплектуется привитым и, соответственно, в комплекте полый. Вот. Смотрите, такой вот здесь вот у нас полый хлыст. Притом имейте в виду, что в некоторых магазинах вот люди, скажем так, говорят, что в Кайда Фиш еще где-то продаются дешевые хлысты. Это не оригинальные хлысты. То есть хлыстик, смотрите, вот он должен иметь вот привитой хлыст. Он должен иметь вот такую вот здесь аббревиатуру Кайда, номер один. И так далее. Он не может стоить 150 рублей, 100 рублей тоже. Поэтому имейте в виду, вот это оригинальные хлысты. На каждом оригинальном хлысте написано номер один, единичка, и написано Кайда. Только это является оригинальным хлыстом. Здесь и прививочка совсем другая. То есть очень мягко облито лаком все. Ну, приятно, аккуратно все, ничего не подтекает и так далее. Хлыстик 0,65 у нас идет под... Ну, под коннектор, хлыстик привитой под коннектор 0,65 мм. И вот то же самое я вам покажу, что мы можем заменять, да? Смотрите, привитой хлыст мы можем поменять, если вам нужно, на полый. Потому что мы можем вытаскивать, у нас очень много наших покупателей, хотя дайте мне вот вместо в комплекте привитого, дайте мне, я вам привитой отдам, а вы мне дайте полый. Мы пока эти хлысты есть, скажем так, да, как удочка продается, понятно, что с ней уходит какой-то хлыст. Вот, мы сейчас заказали еще дополнительные запчасти, то есть сейчас запчасти есть все, полностью, абсолютно, то есть любое колено, но любое удилище Кайда, которое у нас продается, есть в наличии, даже комли на маховое удилище, на баллонки и все остальное, все есть. Вот точность так же, смотрите, видите, полый хлыст, полый. И точность также аббревиатура Кайда номер один. То есть это оригинальные хлысты, они вот в таких пакетиках и поставляются, прям туда вложены. Вот мы можем их менять, если кому-то, какому-то нашему покупателю захочется вместо хлыста, который в комплекте, на то или иное удилище получить другой. Мы, как бы, пока они у нас есть в наличии, в большом количестве, мы можем это вам поменять. Поэтому имейте в виду, что только такой хлыст является оригинальным кайдовским, да, с такой маркировкой, но никак не просто черный по 100 рублей или по 150 рублей, как кто-то там пишет или говорит всякую чушь. Поэтому имейте в виду, что гарантия на все удилища кайды, которые вы покупаете у нас, бессрочная на заводской брак. Две запчасти в год в период проведения такой акции мы для подписчиков соцсетей мы проводим и для покупателей наших.
посмотрите, пожалуйста, на сайте Multifish в программе лояльности. Эта информация не является публичной офертой. Мы рано или поздно можем прекратить эти акции. Это не обязанность магазина как таковая. Это просто, вот, скажем так, добрый жест. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под моим видео, кнопочку подписаться. Для меня это большое спасибо от вас. Всего вам доброго и до новых встреч.